Виталий, привет. Слушай, у нас уже 8 лет в нашей системе, скажем так, сейчас как риэлтор-партнер, уже 5 лет. Являешься одним из явных лидеров по сети по производительности, ты стабильно входишь в топ-3 среди там, десятков тысяч. И я считаю, что это серьезный показатель, если честно. Я всегда поражался твоему таланту, несмотря на то, что относительно молод, но уже относительно, сколько тебе? 26, да, то есть ты таких результатов начал риэлторство, получается, 21, да, вот, правильно? Да. Вот, и добился таких супер результатов. Слушай, ну, для нас это ценно, для компании, потому что раньче мы где-то считали, что там молодые люди в возрасте там 20 лет, да? Мы даже одно время, слушай, 23-24 вообще не брали, вот, но сейчас молодеет и клиент, молодеет риэлторский состав. Это хорошо. Я вижу как-то регулярно на работе, потому что ну, у нас Виталий рядом сидит, прям от меня получается. Каждый день да, видимся. Вот. Ты рано всегда на работе, позже уходишь. То есть, ну, в то же время, мне кажется, баланс более-менее соблюдаешь. Вот. Даже супруга здесь вот уже стоит. Да, она с взаимодействует. Да, все нормально. Поэтому я хотел тебя официально поблагодарить. Вот, мы тебе решили небольшой такой внеплановый подарок сделать. У нас тут подземная парковка, вот, у тебя там бесплатное тебе право пользования возникает. Супер. Вот, сегодня, получается, с августа месяца. Вот, поэтому я думаю, что у нас многие риэлторы, кто хорошо себя показывает, там получают место. И, в принципе, результаты только улучшаются после этого. Вот. Но мы не ждем тут улучшения результатов. Главное, что ты уже показался, я считаю, что это очень важно. Вот, также я отмечу, что ты всегда в кризисе хорошо работаешь. Да, то есть я тоже посмотрел, встречи готовился, допустим, там, удивительным образом. Кризис, не кризис, у тебя там стабильные результаты. Главное перестроиться. Главное. Ну, значит, гибок, значит, быстро все умеешь делать. Знаешь, вот я знаю, что ты сам и инвестор еще одновременно. Вот мы это только приветствуем всегда, когда у наших топовых риэлторов есть возможность там самостоятельно инвестиции вести. Я считаю, что это круто, если честно. Это правильно вообще со всех сторон. Вот, ну, надеюсь, что дальше будешь развиваться. То есть не знаю, если у тебя планы быть менеджером или нет. Время покажет. Время покажет. Вот. Ну, надеюсь, что рано или поздно это произойдет, я в этом не сомневаюсь. Вот. Ну, слушай, для своих лет феноменальные успехи. Поэтому компания ну, просто гордится, что есть такие люди. На самом деле я всегда думал, что это же это именно то место, где я в свои годы могу добиться подобных результатов. Все, благодарю тебя, желаю удачи. Спасибо.